Парки у нас, чтобы Костяна уебали. Я просил парки у нас такие ходят, я просил парки.
Здравствуйте, сегодня с вами репортаж. Мы заходим в подземный переход на Лубянке. Он построен в 1812 году. Я ему сказал, когда это переход построен. Это так? При Наполеоне? А, вы по-русски все-таки понимаете? Вот вы шутку-минутку на Лубянке сделали. Ладно, этот переход построил Собянин. Я думал при Наполеоне уж. Блин, ну Наполеон его сжег. Москву сжег. Да. А переход. Тут, перехода тут не было еще тогда.